Саровский политехнический техникум традиционно готовит к чемпионату студентов по разным компетенциям. В этом году в направлении электромонтаж победителем стал Дмитрий Матвеев. Молодой человек – один из немногих, кто владеет программой КНХ – системой управления «Умный дом». Такие площадки, как WorldSkills, помогают студентам проявить себя, чтобы будущие работодатели заинтересовались кандидатом. Протокол КНХ позволяет связать множество устройств в одну систему, и с этой системы можно управлять, например, целым домом. Сложность этого оборудования заключается в том, что это новая технология, она достаточно дорогостоящая. Например, на конкурсе у нас один стенд, он стоит порядка 400 тысяч. Блестяще проявить себя удалось еще одному студенту политехнического техникума. В компетенции обработка листового металла Дмитрий Чепегин занял 3-е место. Он кропотливо готовился к испытаниям с научным руководителем Игорем Савиным. По условиям чемпионата второкурснику нужно было сконструировать самолет Ан-2, нарисовать чертежи, изготовить детали и собрать кукурузник. На выполнение задания участник потратил 16 часов. Во-первых, нужно правильно положить лист металла, чтобы все можно было разметить. Потом нужно с болгаркой очень долго работать. То есть буквально ведешь, и спина очень сильно уставала. Готовый самолет уже проверяли все эксперты. Там были даны основные размеры, которые они проверяли. Высота самолета, ширина, радиусы. Дмитрий Матвеев теперь готовится к выступлению на всероссийском этапе чемпионата в составе региональной сборной. Участие в WorldSkills – это хорошая возможность для студентов среднего профессионального образования оценить себя и свои профессиональные навыки, получить опыт работы с дорогостоящим оборудованием. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».